из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Начинаем очередную серию наших путешествий по рок-знаменитым местам города Москвы. Мы проехали на Старый Арбат. Вот это самое его начало. Слева от меня ресторан «Прага». Знаменитый ресторан. Чем знаменитый? Объясню. А тем, что в России, в Советском Союзе было очень мало ресторанов, даже в Москве. Это был самый престижный ресторан. Здесь отмечать какой-то праздник или что-нибудь другое было очень престижно. Когда-нибудь я устрою вам сюда экскурсию. Великолепный ресторан, очень богатый, пафосный, такой претенциозный, красивый. Прям как в оперный театр заходишь, такая красота там. Но это в следующий раз. А сейчас начинаем путешествие по Арбату. Вот он сзади. А теперь я вам расскажу, почему Арбат рокерское место. А потому, что здесь все приезжающие, и даже московские, начинающие, пацаны, девчонки, рокеры, вот сюда приходят и поют, показывают свое мастерство, свои песни, чему они научились, что они хотят сказать людям. Здесь постоянно выступают живые музыканты. И поэтому мы сейчас пройдемся, сейчас прохладно, но, может быть, кого-то и зацепим. И еще. Это средоточение и художников, и артистов. Но особо много здесь художников. Вот поэтому это рокерское место. И потом я еще расскажу, почему оно рокерское. Идемте. Ну вот, видите, на Арбате нас сразу же встречает итальянская мафия. Рокер. А итальянцы при чем тут и рок-музыка? Я вам объясню. А помните, у Челентана были прекрасные песни? О! А у Эроса Рамазотти высший пилотаж рок-музыка. Во! Классно. Поэтому высший итальянская пилотаж. Мафия на Арбате господствует. Рок-н-ролл форева! Yes. Продолжаем. Рокерские места арбатские. Гляньте, что сзади. Я не про корову, не про медведя, а про презервативную. А что за рокер без презерватива, а? Это же они устроили рок-революцию в 60-х годах движением хиппи. Поэтому презерватив — это оружие рокера. Идемте посмотрим, что там продаю. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. Мы пришли за вооружением. Поможете? Обязательно нам масочку. Масочку? Ой. А мы думали, тут другие масочки выдают на другие органы. Оказывается, надо еще и на лицо одеть. Ну что ж, тогда так и сделаем. Вот у меня есть специальная. Молодежная масочка, маленькая. Вот. Я как любитель женской красоты возьму себе вот такую свечку. Не такую. А вот такую. Вот она. Женская грация. А? Вот что должно возбуждать настоящего рокера. А не вот это. Так, вот это возьмем. Какие самые лучшие? Тут зависит от предпочтений. У нас они все хороши, главное, чтобы темп, цели. Чтоб темп хороший выдерживали, рокерский. Это уже от вас зависит. Но на самом деле у нас есть и с продлением, и уникальные формы с шестью сужениями. Давайте уникальные формы. Хочется быть оригиналом. Это все правильно. Давай. С японцам они умеют возвращаться и делать их тащи. А вот эти вот подобные формы они будут. О. Для максимального их пролегания и в то же время тоже. Грамотные специалисты здесь работают. Подсказывают, что нужно делать. И что покупать. Так что всем рокерам, всем абсолютно без исключения, рекомендую на Арбат сюда, вот немедленно в этот магазин. Во магазин. Вот оно, оружие пролетариата. Рокерского пролетариата. Это еще лучше. Враг не пройдет. Я имею в виду спит и сифилис. Пойдемте дальше по Арбату гуляем. Вот он, символ матушки России. Гроза всех врагов наших. Медведь наш бурый. Молодец. Стоит на страже. На страже презервативной.
А рядом с ним второй будущий символ рок России. Тигр по гороскопу Волощук СД. А еще есть третий символ. Это наша щука. Волощук. Медведь, тигр и щука. Ну и почему еще Арбат рокерское место? Да потому что про него спето множество песен. Именно про Арбат. Но мне больше всего нравится песня группы «Моральный кодекс». Называется «Первый снег». Карабас-барабас опрокинул бас, Дуремар убежал в кусты. Пикассо и Дали были на мели, продавали свои холсты. А затем припев: первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег. Это песня о тебе и обо мне. Прекрасная песня «Морального кодекса». Вот такая вот песня. Чем мне еще нравится «Моральный кодекс»? Вот они чисто записывают. Классный звук у них. Особенно, когда они спели песню «Славянские танцы» и записали ее на Abbey Road в Англии. Звук класс. Аплодирую. Великолепная вещь. Великолепный звук. Ну, хит всех времен и народов. До свидания, мама. Ну, за это вообще ему памятник надо поставить. Сергею Мазаеву. Вот такая вещь. До свидания, мама. До свидания, мама. Ну и, конечно, здесь очень много всяких сувениров. Видите? Сувенирград. Русские сувениры. Потому что иностранцы очень любят эту улицу. Экзотика. И поэтому здесь матрешечки, шапки-ушанки и прочая наша знаменитая сувенирная продукция. Рокерская, настоящая. Ну а мы по старинке. The Beatles у нас тут на голове написано. The Beatles. Чтобы никто не перепутал. Чтобы лучше сказать, настоящий рокер. Масса всяких кафе и ресторанов. На любой вкус. Вот прошли итальянский ресторан. Называется Остерия. А вот это, видите, тоже итальянское кафе. Руккола. Так что, для тех, кто любит траву, пожалуйста, руккола. Для тех, кто любит устрицы, Остерия. О! Наша гордость. Маршал Жуков. Гордость реально. Полководец великий. Пойдемте. Вот. Любой хохол любит две вещи. Три. Вру. Сало, борщ и вареники. Прекрасное, между прочим, заведение. Еще по Советскому Союзу помню. Когда приходишь, там варенички разные. Из капусты, из картошки, из мяса. И вот мне больше всего нравились вареники с мясом. Они чем отличаются от пельменей? В пельменях просто сырое мясо закладывается и варится. А в вареники с мясом берется уже отварное мясо, перекручивается в фарш, туда закладывается и варится. Совершенно другой вкус. Вот такие вот вареники с мясом, это потрясающая вещь. Особенно со сметанкой, с густой. О, для рокера после тяжелых рок-н-ролльных боев незаменимая вещь, поэтому на Арбат и заходить в вареничную. Вареники с мясом. Рекомендую. Грузинская, хинкальная, турецкий ресторанчик. Ну все есть. На любой вкус и карман. Все есть. Опять сувенир. Американцы с итальянцами не успевают покупать наши сувениры. На каждом углу. Чтоб всем хватило. Ну все, дружище, прощай. Доигрался. С санкциями доигрался. Против России. Так бы поддерживали тебя. А так смотри, все, пролетел, чувак. Извини. А? Ну, между двух вождей-то. Как не сфотографировался, а? Как? Между двух вождей. Так. Дружище, ты, видать, перепил, посинел прямо. Да я замерз просто. Ты чего? Так надо выпить тогда, идет. Ну сейчас хряпну. Ну давай. Так, эти руки вот так сделайте. Опа. Банда, лаванда. Учит меня, как надо рокеру делать. Вот так. Рокер. Буду знать теперь. Так, вы, значит, умеете на гитаре играть? В детстве играл. Левую руку можно? Покажу сейчас кое-что. Раз, два, три, поехали! Ла-ла-ла.
Ну, знают, чем художники соблазнить настоящего рокера. С женскими ногами, красивыми. Вот что самое соблазнительное в женской фигуре? Женщины этого не знают, а мы знаем, мужики. Самое соблазнительное – это длинные стройные ноги. Вот они здесь. Хороший рокер это знает. Плохой рокер это не догадывается. Для него все красиво. А для настоящего – ноги. Вот. Женские ноги – это супер. Соблазняют. И вдохновляют. Вот что самое главное. А вот прекрасная экспозиция под названием «Точка отсчета Великой Победы». Это самая настоящая рокерская экспозиция, потому что настоящий русский рокер должен быть патриотом своей страны. Это однозначно. Если ты не патриот своей страны, если в тебе нет этого стержня, то тебе нечего будет сказать нашим русским людям. Вот просто не, вообще нечего. Пусть болтает вот это, умничает в своих словах, акин какой-то плести. Только настоящий патриот страны, который внутренний патриот, вот тот делает прекрасную музыку. Это я вам гарантирую. И докажу в своих песнях, что это так. Подходим к знаменитому театру имени Вахтангова. Он находится как раз на Арбате. И сзади афиша. Но срезал Михаил Ефремов мои билеты. Я весной купил билеты на фальшивую ноту. Он должен был играть с Хазановым, но видите, опростоволосился. Взял, набухался и в аварию попал. Ну раз так можно. Тебе придется идти на Гуськова, но тоже хороший актер. Обязательно сходим. И, видите, она опять-таки созвучна с рок-музыкой, нота. Ну любой рокер, он просто обязан быть хорошим актером. А художественный руководитель другой группы, любой, должен быть хорошим режиссером. Вот перед нами Евгений Багратионович Вахтангов. И наконец-то мы подошли к главному рокерскому месту улицы Арбат. Это знаменитая стена Цоя. Любители рок-музыки, любители рок-группы Кино превратили эту стену в настоящий арт-объект. Разрисовали ее и признаются там своей любви к Цою, к его музыке. Мне здесь больше всего нравится, конечно же, лозунг «Перемен требует наши сердца». Это прекрасная песня и прекрасный лозунг, потому что каждый из нас должен стремиться к переменам в своей жизни и переменам вокруг себя. А менять мир вокруг себя можно только меняя самого себя внутри. Вот это прекрасный лозунг, который произнес Цой в своей песне. Поэтому мы тоже пробуем делать перемены в рок-музыке нашей. Отказываться от акина, от пошлости, от мата, а петь осмысленные лиричные тексты. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.